В этом году исполняется 555 лет с момента первого упоминания о городе Унгерле. По этому случаю мы решили отправиться в этот город-юбиляр и поговорить с одним из его жителей о достопримечательностях этого места. Мы продолжаем рассказывать о прелестях нашей страны. Совсем недавно мы уже отправлялись с вами за 100 километров от Кишинева и рассказывали о мосту Эйфеля. В этот раз станем чуть ближе к природе. Город цветущих каштанов. Так еще называют Унгены. И не зря. Мы сейчас с вами находимся на въезде в город Унгены. Рядышком вот с центральной улицей, которая у нас называется Страда Национала. Национальная улица, и находимся у въезда действительно самую знаменитую в Унгенах, может быть, одну из самых знаменитых в Молдове, аллей каштанов. Правда ли, что аллея самая длинная в Европе, Валентина утверждать не стала. Мы же провели собственное расследование. Аллея занимает 3 километра 300 метров. Начинается у Дома культуры и тянется до больницы. Здесь высажено около 2000 деревьев. Таким образом, каштановый путь действительно является одним из самых протяженных в Европе. На мой взгляд, ей более 50 лет. Хотя старожилы Унген и люди, проживающие в разных уголках сейчас нашего мира, унгенчане, наши унгенчане, они до сих пор спорят, в каком году были посажены первые деревья. В 70-м, в 71-м или в 73-м. Но мне думается, что начало все-таки берет в 70-х годах. Когда есть фотографии старые в архивах семейных унгенчан, где в 70-м году эти деревца, ну вот примерно вот такого вот роста, 50 сантиметров от земли. Для местных жителей аллея занимает особое место в сердце. Каждый считает ее особенной частью и всего города. Валентина даже поделилась с нами секретом, рассказав о наилучшем времени для прогулки по достопримечательности. Конечно, это пора цветения каштанов. Когда ты идешь по улице, запах нельзя ощутить, но ты ощущаешь его кожей и душой, потому что ты унгенчанин, и это твоя аллея. И когда цветут грозди этих каштанов, ощущение поры свадеб, начало какой-то новой жизни. Гуляя по аллее, можно найти инсталляции, установленные во время фестиваля скульптур. Смысл некоторых из них до сих пор остается загадкой, однако на то оно и искусство, чтобы каждый понимал его по-своему. По ней стоит проехаться и пройти. Вот тогда ощущения будут полными.